Очень многие женщины совершают такую ошибку, когда они одевают что-то очень облегающее в поясной зоне, поясную одежду какую-то очень облегающую, и тогда получается пирожок на выгул. И куда, как вы думаете, все смотрят? Все смотрят как раз только туда. Все забывают посмотреть в лицо, какие же у вас красивые, невероятно красивые глаза. Да? И для того, чтобы не создавать, не давать неправильных сигналов, очень важно знать о некоторых правилах. Между одеждой и телом должен быть воздух, потому что божественная сила проникает через одежду, и если нет пространства между одеждой и телом, то ей и некуда, и неоткуда напитать ваше тело. Когда мы носим чрезмерно облегающую одежду, энергия приходит, но так как она не может наполнить, она наоборот забирает одежду, забирает энергию через одежду. Поэтому не стремитесь облегать абсолютно полностью, облегать свое тело. То есть чем больше облегания в вашем образе, тем дешевле образ, даже если это одежда от Валентины или от Гуччи, или от Прада.